С вами Николай Пименко. В проекте «Дата» сегодня 17 сентября. В 1832 году в этот день появился на свет Сергей Петрович Боткин, российский терапевт. Один из основоположников клиники внутренних болезней как научной дисциплины в России. Высказал предположение об инфекционной природе катаральной желтухи гепатита. Лечил Некрасова, Салтыкова-Щедрина. Первым из русских врачей был назначен лейб-медиком, то есть личным врачом при Александре II, но тяготился этой ролью. Всю жизнь лечивший и спасавший других, Боткин запустил свою собственную болезнь. Его сын был расстрелян вместе с царской семьей. А Чехов говорил о Боткине: в русской медицине он то же самое, что Тургенев в литературе. 1857 год. Рождается Константин Циолковский, русский изобретатель, основоположник русской, да и всей мировой космонавтики, создатель космической философии. «Основной мотив моей жизни, – писал Циолковский, – сделать что-нибудь полезное для людей, не прожить даром жизнь, продвинуть человечество хоть немного вперед. Вот почему я интересовался тем, что не давало мне ни хлеба, ни славы. Но я надеюсь, что мои работы, может быть, скоро, а может быть, в отдаленном будущем, дадут обществу горы хлеба и бездну могущества. Как в воду глядел». В 1912 году родился Георгий Менглет, актер Московского театра сатиры, народный артист СССР. А в 1930 году в этот мир приходит Томас Стаффорд, американский астронавт. В 1965-66 совершает два полета на космических кораблях «Гемини». В мае 1969 на корабле «Аполлон-10», когда была полностью сымитирована программа высадки человека на Луну, кроме самого прилунения. В июле 1975 был командиром экипажа «Аполлона-18», который состыковался на околоземной орбите с советским космическим кораблем «Союз-19». И получился знаменитый «Союз Аполлон». В 1939 году рождается Владимир Меньшов, киноактер и режиссер. Его фильм «Москва слезам не верит» получил приз «Оскар» как лучший иностранный фильм в 1981 году. Ну а помимо этого, знаменитые работы «Любовь и голуби», «Город Зеро», «Ширли Мырли» и многие другие. Ну и, конечно же, мы помним о нем как о замечательном актере, который работает до сих пор. События дня. 1598 год. Дело по обвинению Джордано Бруно в ереси передается из Венеции в Рим. Читаем летопись. Некоторое время назад был задержан и ныне находится в тюрьме этого города переданный в распоряжение святой службы Джордано Бруно Ноланец, обвиненный не только как еретик, но и как ересиарх, написавший различные книги, в которых усиленно восхвалял королеву Англии и других государей-еретиков, писавший разные вещи, относящиеся в частности к религии, и неподобающие, хотя он говорил философски. Это отступник, первоначально бывший братом доминиканцем. В течение многих лет он жил в Женеве и Англии. В Неаполе и других городах он уже привлекался к суду инквизиции по тому же обвинению. Когда в Риме стало известно о его аресте, Сансеверино, верховный инквизитор, прислал письмо с повелением отправить его в Рим. 1683 год. Ученый Антони ван Левенгук сообщает о существовании бактерий. Отдельные ученые и до него высказывали свои теории в пользу существования каких-то невидимых вооруженным глазом существ, которые распространяют заразные болезни. Но так как это никто так никогда не видел, оставалось это только догадкой. Голландец Левенгук первым сумел приоткрыть завесу тайны. Причем, говорят, сделал это легко и непринужденно. 1773 год. Емельян Пугачев, который принимает имя императора Петра III, обнародовал манифест, которым он жаловал казаков старинными вольностями и привилегиями. Фактически с этого дня начинается крестьянское восстание под его предводительством, которое будет сурово подавлено Екатериной II. 1838 год. Московский комитет о просящих милостыню, или комитет для разбора и презрения нищих, учрежден в Москве по инициативе московского генерал-губернатора князя Голицына, по аналогии с комитетом в Санкт-Петербурге. Это был государственный орган, который образован для проведения мероприятий по борьбе с нищенством и бродяжничеством, которое, к сожалению, и в наше время до конца не исчезло.
1962 год. Впервые совершает свободный полет, оснащенный двумя газотурбинными двигателями, многоцелевой 28-местный вертолет Ми-8. Он разработан в конструкторском бюро Михаила Миля. Аппарат стал второй после Ми-6 отечественной машиной с силовой установкой газотурбинного типа, которая при равной мощности почти в 5 раз легче поршневых агрегатов. Это позволило вертолету превзойти по максимальной грузоподъемности в 2,5 раза, а по скорости почти в 1,5 раза Ми-4, разработанный еще в 1952 году. 1984 год. В возрасте 50 лет уходит из жизни замечательный бард, журналист и киноактер Юрий Висбор. Коренной москвич, он после института поехал по распределению в далекий поселок в Архангельской области, где преподавал в школе русский язык, литературу, историю, географию, биологию и физкультуру. Избрав потом своей профессии журналистику, он в качестве корреспондента Всесоюзного радио исколесил всю страну. Потом, как режиссер, снимал документальные фильмы, написал несколько пьес, которые ставились Линкомом, снимался в 28 кинофильмах. Но в нашу жизнь он вошел прежде всего как автор и исполнитель собственных песен. 1987 год. Уходит из жизни Владимир Басов, который за 64 года сыграл всего десяток ролей. Но каких? Кстати, актером Басов стал случайно. В 1964-м Данелия снимает лирическую комедию «Я шагаю по Москве». Артист, который должен был играть роль полотера, обучающего уму-разуму молодого сибирского писателя Ермакова, заболел. Ну и его нужно было срочно заменить. Режиссер Владимир Басов, который тогда озвучивал свою картину, в этот момент случайно проходил по студии, и Данелия уговорил его сняться в этом коротком, но таком запоминающемся эпизоде. 1991 год. Последним звание Героя Советского Союза, золотая звезда под номером 12772, посмертно удостаивается лейтенант внутренних войск Олег Яковлевич Бабак за мужество и героизм при защите населения в Нагорном Карабахе. После распада СССР звание Героя Советского Союза отменено. В марте 92 года было установлено звание Героя Российской Федерации и учрежден знак особого отличия – медаль «Золотая звезда», которая вручается за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением героического подвига. Ну и еще подробно о двух событиях, которые произошли в один и тот же день и как-то связаны между собой. 1922 год. Во Дворце кино в Берлине состоялась премьера первого фильма со звуком, записанным на пленку и воспроизводимым при помощи оптико-электронной аппаратуры. Экранизацию пьесы «Поджигатель» голландского писателя Хейрманса прокрутили немецкие электроинженеры Энгель, Фокт и Массоль. Поначалу первая в мире звуковая кинокомпания терпела поражение. Спонсоры не находились, а немые фильмы пользовались стабильным успехом. Все понятно. А вот критики считали, что использование звука сделает фильмы недоступными для понимания зарубежных кинозрителей. Триумфальное шествие звука начинается спустя 6 лет, когда фильм «Восход солнца» компании 20 век Fox открывает новую эру в кинопроизводстве с использованием системы Movitone, базировавшейся на патентах. А в этот же день в Москве московская радиостанция имени Коминтерна из студии на улице Шаболовка передает первый концерт. Эту радиовещательную станцию, сооруженную по указанию самого Ленина, который в 1921 году пишет: «Радиотелефонное строительство признано чрезвычайно важным и срочным». Строили работники Нижегородской радиолаборатории под руководством крупнейшего советского ученого Бонч-Бруевича. В то время эта 12-киловаттная радиостанция была самой мощной в мире. Знали бы они тогда, в 1922 году, что будет дальше в мире радио, теле и кинотехники. С вами был Николай Пименко в проекте «Дата».